У нас потрясающая новинка. У нас комплект парфюмерии «Модный пассаж». Вот такая роскошь будет у вас на вашем туалетном столике за одну цену. 1590 рублей. Вы сегодня выбираете комплект с черной кошкой, с белой кошкой или с рыжей кошкой. Но, конечно, не только. Здесь у вас сразу же появляется в одном лоте. Почему мы говорим о комплект парфюмерии? У нас и туалетная вода, и духи, и парфюмированная вода. Здесь, да, здесь у нас есть и 30 миллилитров духи, опять же, в виде красивой помады. Посмотри, какая красота. Далее у нас здесь есть 50 миллилитров, это туалетная вода. И, конечно, у нас есть парфюмированная вода, тоже весьма объемная, 100 миллилитров. И вот такой полноценный комплект за такие деньги, это просто фантастика. Это смешные деньги, действительно, здесь вы можете попробовать в одном лоте и туалетную воду, и парфюмированную воду, и духи. И у нас на выбор три комплекта. Вот какая кошка нравится вам? Рыжая кошка, которая гуляет сама по себе, белая кошка, которая гуляет сама по себе, или черная кошка. Но в любом случае вы получаете вот такой вот набор. Слушай, он такой весомый, такой большой. Я с тобой соглашусь. Вы посмотрите, только что вы видели рыжую кошку, сейчас вы видите черную, вот и есть она. Еще белая. Вот все три вот этих вот пузыречка вы получите в отдельной подарочной упаковке. О чем это говорит? Во-первых, три подарка можете сделать сразу, да, куда бы вы ни пошли. Во-вторых, вы можете выбрать цветочную композицию, которая больше вам близка по натуре. Вот, например, мне больше близка рыжая кошка, да, ну, потому что здесь у нас клубничное звучание проходит ноткой по всему аромату. Ароматы у нас натуральные, ближе всего к ягодным, к цветочным. Посмотрите, пожалуйста, вот он. Это духи, которые держатся сутки на вашем теле. Посмотрите, 30 миллилитров, они входят в комплект. Модная штучка. Распрыскиваются дисперсным образом. Вот таким. Ну, вот сейчас я опять верну, потому что я очень резко взяла. Кстати, ну, в принципе, у нас прямой эфир. Давайте я сейчас покажу вам, как это все происходит. Посмотрите, пожалуйста. Вот таким образом мы их распрыскиваем. Вот здесь у нас фиалка, персик, ананас и лимон, это верхние ноты. Далее через 30-40 минут появляются ноты жасмина, гиацинта, ландыша, иланг-иланга. И нижние ноты, это ноты соблазнения, мускус и сандал. Ноты совращения. Посмотри, пожалуйста, какой невероятный аромат. Вот что ты чувствуешь? Соблазнение. Да, потому что здесь в основе у нас мускус. Это природный афродизиак. Это аромат для привлечения, скажем так, энергии в своей жизни. Более счастья, активной. Да, почему? Хорошего потому настроения. Что, да, вот у меня очень часто бывает, что идешь, вот я недавно иду в метро, еду, проходит девушка, я на нее внимания даже не обратила, ну, обычная, но она прошла, и за ней шлейф, я прям как завороженная, я, женщина, повернулась, и ее начала разглядывать, да, потому что пахло совершенно невероятно. Вот я думаю, что там без афродизиаков, конечно же, не обошлось, без того самого мускуса. А представляете, какая реакция у мужчин? Если женщина так реагирует, наверное, у вас тоже были такие случаи. Вот здесь у нас, несмотря на то, что цена минимальная, вот этот мускус, афродизиак добавлен. Итак, в духах он присутствует. Вот здесь вот такие цветочные ноты, но не слащавый, очень нежный аромат, который привлекает внимание. Далее, вторая композиция из рыжего набора, будем называть рыжей кошкой. Здесь у нас пух, мех, причем натуральный мех. Посмотрите, как изысканно, норочка дорого такая, да? Это выглядит. Посмотрите, какая опушка невероятная. Далее, посмотрим, какие здесь ноты у нас в комплекте. Итак, давайте рассмотрим повнимательней. Так, итак, ноты у нас здесь, я уже чувствую, больше цветочные. Да, мандарин и горькая полынь. Представь, вот если мандарин мы... Ой, какой запах невероятный, я сейчас почувствовала мандарины. Вот это сразу ощущение праздника, ощущение Нового года, ощущение свежести. Далее, через 30-40 минут открываются следующие ноты. Гибискус, запах орхидели и водяной лилии. А нижние ноты, ура, 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 мой любимый мускус и амбра. Аромат соблазнения, аромат, который... вообще, ну, я считаю, что даже если мы замужем, даже если нам не нужно никого искать, вот обновить свои отношения с мужем, это всегда приятно, чтобы муж восхищался запахом, который исходит тем ароматом от вас. Опять же, подруге вот такой флакончик подарить, ну, посмотрите, какая изысканная роскошь. Это невероятный действительно подарок, и, конечно, каждая женщина будет счастлива получить вот такой вот флакончик духов. При этом обратите внимание, что он оригинальный. Вот я уверена, вы
сейчас включили телевизор, да, смотрите наш прямой эфир, но вы вот сейчас вот в голове же прокручиваете, а есть ли у меня на моем туалетном столике вот такой вот роскошный флакончик в виде рыжей кошечки? У меня нет, я точно честно признаюсь. У тебя вот такая кошечка есть дома? Нет, я могу сказать, вот, что... Вот сейчас... нет, надо смело сейчас заказывать, ведь вы получаете вот такой вот объем, представляете, у вас на туалетном столике вот будет вот такой вот наборчик стоять. За как же цену. Это здорово, цена минимальная. Вот посмотрите, и духи, и туалетная вода, и парфюмированная вода, они имеют разные оттенки, но по всему нашему комплекту идет шлейфом запах клубнички, знаешь, такой оттенок клубники и, конечно же, мускус, привлечение внимания. Оранжевый, пожалуйста, выбирайте для себя, рыжий у нас называется. Забирайте комплект парфюмерии «Модный пассаж». Здесь у нас российский производитель, мы работаем с ним напрямую. Ваша выгода 1700 рублей. И вот такие вот наборы мы вам сегодня предлагаем. Очень свежий, очень хороший аромат, уверенные для себя, уверенные в себе женщины. 44 680 номер этого лота. А мы летим дальше.